या वहाँ चलो भक्ति रक्षक श्रीदार देव गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम विश्वनाथ प्रभुपाद श्री ऐसी भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत शास्त्री गोस्वामी ठाकुर की जय। सपाठ शिवन महाप्रभु की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। ऑल द असेंबलेड डिवोटीज की जय। जय श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज सेंटिनियल फेस्टिवल की जय। गौर प्रभानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरातिशे नमः। आई एम या чувствую великую удачу и также я чувствую, это большая честь для меня сегодня присутствовать, принимать участие в этом юбилейном фестивале Прабхупады. Здесь собралось великое множество вайшнавов, высоко квалифицированных вайшнавов и непреклонных религиозных проповедников и преданных Шримана Махапрабху. Все эти люди высоко квалифицированы, но у меня нет ни качеств, ни квалификации. Особенно это касается моего английского языка. Это ваш родной язык. Книги Прабхупады написаны на этом языке, и благодаря этим книгам вы можете узнавать многие духовные истины, но у меня нет такой способности. Однако вы столь любящие и добры ко мне, особенно в этот день Шрипад Пушта Кришна Прабху пригласил меня выступить на английском языке. Я не мог ему отказать, поскольку на меня возложена ответственность проповедовать сознание Кришны. Эту ответственность на меня возложил мой гуру Махарадж. И также просьба вайшнава — это указание гуру. Так я чувствую. Я знаю, что я не могу правильно изъясняться на английском языке, но у меня есть сознание, полученное мною от моих гуру. Когда я был очень юн, в ту пору я пришел к лотосным стопам Шрилы Гуру Махараджа, и в ту пору Гуру Махарадж жил в доме Шрилы Свами Махараджа Прабхупады. У него было два дома. Один дом он отвел Гуру Махараджу. Наверху были две комнаты для проповеди. Прабхупад Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж хотел создать другую крупную миссию
под эгидой Шрилы Сарасвати Такуру и Махапрабху и поставить во главе этой миссии Шрилу Гуру Махараджа. Но Гуру Махарадж говорил о себе, что он поддерживает других, стоя за их спинами, то есть не рвется вперед. Он не захотел занять это положение, но благодаря своей дружбе и близким отношениям со Свами Махараджем, их отношения были очень близкими, и поэтому Гуру Махарадж не мог отвергнуть предложение пожить в его доме. И Прабхупад, Шрила Свами Махарадж, каждый день, когда Гуру Махарадж жил в Калькутте, приезжал в Калькутту, каждый день он приходил к нему, и они обсуждали разные духовные истины, и я видел своими глазами, что их отношения были очень близкими. Когда я изучал санскрит, учил санскрит в Калькутте, Гуру Махарадж временами уезжал в Навадвип, и он дал мне указание. Он сказал: «Ты должен учиться Шримад Бхагавадгите под руководством Шрилы Свами Махараджа». Свами Махарадж в ту пору переводил Шримад Бхагавадгиту. И если у тебя, сказал мне Гуру Махарадж, возникнут вопросы или затруднения, ты должен прибегать к любящей помощи Свами Махараджа. И поэтому фактически Гуру Махарадж верил меня в заботе и руководство Свами Махараджа в тот калькутский период нашей жизни. В ту пору титул Прабхупад не использовался применительно к Свами Махараджу. Его использовали исключительно применительно к Шриле Бхакти Сиддханте Сарасвати Госвами Такуру. И Шрила Прабхупад Свами Махарадж был грихастхой в ту пору. Мы сейчас принимаем участие в юбилейном фестивале. Это юбилейный год Прабхупады, и это мероприятие организовал Пушта Кришна Прабху во славу Шрилы Прабхупады Свами Махараджа. Но впоследствии я получил всяческие возможности общаться с Его Божественной Милостью, и я ходил по городу, собирал пожертвования и сталкивался с трудностями. Причиной этих затруднений были последователи других религиозных традиций. Когда я чувствовал печаль, то Свами Махарадж Прабхупад всячески меня поддерживал и утешал. Временами даже иногда я завтракал в его обществе, в его комнате. Он спрашивал меня: «А что ты ел сегодня?» Обычно на завтрак я ел мури, дутый рис. И Прабхупад говорил мне: «Ты каждый день обманываешь свой желудок, кушая мури, дутый рис». Так он выражался. Обманываешь свой желудок. Я видел, каждый день он ел лучи, алу, жареный картофель, пури. Точнее, не пури, то были не пури, то были лучи, приготовленные из очень качественной мойры, белой муки. В ту пору мы не могли подумать, помыслить, что этот человек однажды займет положение гуру всего мира. Он был очень добр и любящ, и испытывал великий энтузиазм, великое желание проповедовать. Так я чувствовал, и я черпал великое вдохновение в обществе Его Божественной Милости. Я не хотел собирать деньги. Точнее, я хотел собирать, но
не мог просить деньги у других, но Прабхупад всегда меня поддерживал, и Гуру Махарадж также. Когда Гуру Махарадж присутствовал в Калькутте, он поддерживал меня, ободрял и утешал. Можно сказать, я сталкивался с преданными матери Кали и рассказывал Свами Махараджу об опыте общения с ними, и Свами Махарадж шутливо объяснял мне их позицию. Если ты предан матери Кали, кем ты станешь? Ты станешь спутником матери Кали, и где ты будешь жить? Чем ты станешь питаться? В чьем обществе ты будешь жить? Так он шутливо мне рисовал такую картину. Ты станешь жить на площадке кремации трупов, ты будешь жить в обществе духов, призраков, и ты станешь питаться кровью сыновей матери Кали. Вы видели изображение матери Кали? Она носит мундамалу, гирлянду из отрубленных голов или гирлянду из черепов. И это черепа, это отрубленные головы асуров. Она убивает их, но она мать, которая убивает своих собственных сыновей. Таков материнский буквально стиль. И если ты хочешь быть ее спутником, стать ее спутником, ты можешь им стать, мы не возражаем. Но наш Кришна живет во Вриндаван-дхаме, где пребывает великое множество его подруг, где присутствует изобилие молока, сыра, сандеша, масла, множество фруктов, сладостей. Мы станем их есть, мы станем играть с отроками-пастухами. Там течет Ямуна, Ямуна-пулин. Там все прекрасно украшено, есть сады. Прекрасные леса, там есть коровы, многочисленные реалии описаны. Они пребывают во Вриндаване, и мы станем паршадами, спутниками Кришны. Такое положение мы займем. Ты можешь делать любой выбор. Таким образом, Свами Махарадж меня поддерживал и утешал, ведя такие речи. Так или иначе, образ жизни его был очень прост. Я не могу поверить в то, что этот человек явил впоследствии свою форму, образ Джагат-гуру. Когда я встретил Шрилу Прабхупаду впоследствии, в 1973 году, это произошло во время инаугурации, церемонии открытия Майпур Чандрадая Мандира, Гуру Махарадж и Шрила Свами Махарадж находились там вместе, и они совместно давали лекцию, и они оба велели мне, Говинда Махарадж, сказали они, ты должен произнести речь. Я не был готов, но когда они дали мне такое указание, то я выступил, я дал лекцию, и первое, что пришло мне на ум, это шлока. Кому я расскажу и кто мне поверит, сказал я, то, что я жил в обществе этой великой личности, в его собственном доме, я видел многое там. И сегодня он восседает на асане Джагат-гуру, и по всему миру люди его милостью поют святое имя Господа Шри Кришны. Немыслимо в подобное поверить, но невозможно не поверить. Тогда, в тот момент, вокруг Прабхупады были тысячи преданных. Возможно, 300 или 400 преданных были западными преданными в том собрании, и Гуру Махарадж, и отношения Гуру Махараджа и Прабхупады были очень тесными, очень близкими, дружескими.
Но Гуру Махарадж представал в образе нищего саньяси. Прабхупад, когда он написал в Индию о том, что хочет вернуться из западного мира в Индию впервые, он первым об этом написал не Гуру Махараджу. Он попросил устроить прием для него и его спутника. Во-первых, он написал об этом не Гуру Махараджу. Он сперва обратился к некоторым своим богатым духовным братьям. Но они не откликнулись на эту просьбу. И тогда он написал мне простое письмо. Он сообщил: «Я собираюсь приехать в Индию, могу ли я остаться у вас в Мадхе, пожить?» И Гуру Махарадж был счастлив ответить: «Да, да, у нас был небольшой дом, один небольшой дом, хороший дом». И Гуру Махарадж попросил меня, чтобы я подготовил его к их приезду. Я чувствовал великую удачу от того, что я организовал этот первый прием, официальный прием для Свами Махараджа. Там собрались почетные граждане Навадвипа, великие пандиты. По просьбе Гуру Махараджа все они пришли в то собрание. И тогда Шри Ачьютананда Прабху и Шри Рамануджа Прабху находились в обществе Свами Махараджа вместе с ним. То были очень счастливые дни, они остались в прошлом, но сейчас все знают славу Шримана Махапрабху и Нитянанды Прабху и по всему миру. У меня есть такой опыт. Прабхупад три раза приглашал меня на Запад. Он говорил: «Поезжай со мной, я покажу тебе, как наша проповедническая программа осуществляется по всему миру». В ту пору Шрила Гуру Махарадж был болен, и я не мог выехать за пределы Индии. И Гуру Махарадж хотел, чтобы я поехал со Свами Махараджем, но я не мог поехать, поскольку я был ответственен за здоровье Гуру Махараджа и за его матх, его миссию. Но я сказал Прабхупаду, ответил ему на это приглашение: «Я ношу белые одежды, а вы саньяси, — сказал я, — и каким же образом я буду находиться в вашем обществе? И кроме того, я не понимаю язык западных людей. Каким образом я буду находиться рядом с вами?» И Прабхупад ответил: «Я тебя и одену, и обую, и таким образом отвезу. Не стесняйся, не робей». Так он выразился. И почему он хотел отвезти меня на Запад? Он выразился так об этом. Он сказал: «Шрила Гуру Махарадж не может покинуть пределы Индии. И он только слышит о прогрессе проповеднической программы, с вами Махараджа, рассказы об этом. Гуру Махарадж не может увидеть эту проповедь своими глазами, но через тебя, сказал мне с вами Махарадж, он получит представление, он получит точный, детальный отчет о том, как моя проповедь происходит в западном мире». Таким было его желание. Но впоследствии это желание исполнилось его милостью, я должен сказать. И сегодня то, что мы видим великое множество западных преданных. Многие из них носят тилоку, здесь присутствуют многочисленные дамы и господа. Все они... в духе благоговения и почитания слушают преданного. Они слушают от меня о славе Гуру Гауранги. Это было невозможно помыслить, возможность, реальность такого было немыслимо. Никто не верил, не мог поверить в то, что религия Шри Чайтаньи Махапрабху через несколько лет распространится по всему миру. Но это сейчас произошло и происходит. Никто не в силах это отрицать.
Но каким образом это произошло и происходит? Вы знаете эту историю. Нет необходимости эту историю рассказывать. Он один, Свами Махарадж, в одиночестве отправился на Запад и прилагал всяческие усилия. И исключительно милостью Нитянанды Прабху, Махапрабху и Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Такура он достиг успеха. Этот пранам-мантрам, который Шрипад Пушта Кришна Прабху в начале нашего собрания процитировал, пранам-мантрам, когда этот пранам-мантрам был написан, я думал, что это прекрасная, очень уместная пранама-мантра. И в действительности это и есть, в этой мантре описано его тождество в этом бренном мире. Сейчас мы видим, что единственная его милость открывает нам доступ к этому эгоистическому западному миру, милость Шрилы Свами Махараджа. Вы знаете, в прошлом Индия была нищей страной. Когда Прабхупад приехал на Запад, она была очень бедна. Сейчас Индия приобрела достаточное богатство, материальное богатство в наши дни. Сейчас мир знает многих индийских ученых, но это все материализм. Однако в ту эпоху, в ту пору Индия в материальном смысле была бедна, и никто не стал бы слушать индийцев. Однако его мощь, Свами Махараджа, была немыслимой, невероятной, и поэтому Гуру Махарадж сказал: человек, смертный человек, не в силах проповедовать это сознание Кришны. Подобная проповедь возможна лишь, если эту проповедь совершает сам Нитянанда Прабху. И Нитянанда Прабху тождественен Чайтанья Махапрабху. У Нитянанды Прабху нет существования отдельного от существа Махапрабху. Он Чайтанья Мои, и милость Махапрабху приходит через его божественную милость. Могу ли я прибавить к этому что-то? Сам Кришна способен дать себя посредством его преданного. Махапрабху пришел в этот мир, и он, форма Радхи и Говинды, не отличная от них. Он хочет, приходя в этот мир, он хочет переживать свое собственное экстатическое настроение преданности, и он хочет пролить свою милость посредством нам Санкиртана в качестве юга-аватара. И после ухода Шри Чайтаньи Махапрабху постепенно его концепция стала осквернена, многочисленными имитаторами. Имитаторами, да. Они осквернили это явление. И само это слово «вайшнав» бенгальцы с антипатией относились к этому явлению и с антипатией произносили это слово. Они говорили «байштун», не «вайшнав». Бенгальцы говорили «байштун». То есть с отвращением они призывали даже само имя вайшнава. Но сейчас то, что мы видим, когда Прабхупад приехал на Запад, в ту пору, опять же, ему не слишком активно помогали индийцы. И он пытался добиться помощи от индийской диаспоры. Он надеялся, что они ему всячески помогут. Я слышал о Шрипаде Сварупе Дамодаре Махараджа. Когда Прабхупад представлял Сварупа Дамодара Махараджу, Гуру Махараджу или некоему другому преданному, Гуру Махарадж был очень счастлив слышать об этом. И мы видели лицо Шрилы Свами Махараджу. Он был столь счастлив. Он
Этот человек родился в теле индийца. Но образованные индийцы к нему не приходили массово. Однако представители другого мира, западного мира, они были счастливы присоединяться к его миссии. И западный мир обрел общество столь великого вайшнава. Милостью Нитянанды Прабху. И у этих западных людей, эти западные люди не оскорбляли Харинам Санкиртан. Они были свободны от оскорблений. Поэтому они тысячи и тысячи пришли к Свами Махараджу, чтобы обрести милость Нитая Чайтанья Дева, благодаря Свами Махараджу. Это правда. Я сижу здесь сегодня, в вашем обществе, я счастливо говорю о сознании Кришны, но чьей милостью это возможно, чьей милостью это происходит? Несомненно, это миссия Прабхупады Сарасвати Такура. Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур в одиночку начал эту проповедь, и он очистил сампрадаю Махапрабху от осквернения, от скверны. Очистил, да, очистил сампрадаю Махапрабху и проповедовал чистое сознание Кришны. То явление, которое зовется Шудда Бхакти. Чистая, беспримесная преданность Кришне. И таким было его намерение. Такой была его позиция проповедника. И Прабхупад Сарасвати Такур, он также, спустя несколько лет после начала своей проповеди, учредил 64 центра в Индии. А впоследствии он пытался принести сознание Кришны на Запад. И он послал своих учеников в Лондон, в Германию, во Францию и так далее. Но они не добились там значительных успехов. И Прабхупад Сарасвати Такур не видел это проповедническое движение, но он всегда стоял за этим проповедническим движением. И он вдохновил Шрилу Свами Махараджа. Никто не брал на себя ответственность должной проповеди сознания Кришны в западном мире. И когда Шрила Свами Махарадж вышел вперед, сделал шаг в этом направлении, все это произошло милостью Махапрабху, исключительно милостью Нитянанды Прабху и мощью, силой Нитянанды Прабху. Он обрел все в этих усилиях, хотя он действовал в одиночку. И он попытался проникнуть в этот эгоистический западный мир. Как я не раз выражался, он проложил тоннель сквозь гору эгоизма западного мира. Он взорвал эту гору и проложил тоннель. И через этот тоннель мы можем проникать на Запад и ездить от страны к стране. И мы должны исповедаться. Мы слышали о том, что в христианстве существует такая традиция. Христиане исповедуются Богу в присутствии своих священников. Человек рассказывает в присутствии священника о том, что он сделал в своей жизни. Как зовется это явление? Исповедь. Да, исповедь. Я должен исповедаться. Если человек не исповедуется в этом, то он становится оскорбителем. А исповедаться я должен в следующем. Мы питаемся остатками трапезы Шрилы Прабхупады с вами, Махараджа. И если мы этого не скажем, то мы будем критагна. Мы будем неблагодарны, и мы станем оскорбителями.
Поэтому мы должны прежде всего, во-первых, прославить Прабхупаду, Абхаячарана Равинду, Бхактивиданту Свами Махараджу. Я нахожусь на этом празднике, юбилейном празднике, в обществе во всех, по крайней мере, я должен в этом исповедаться. И я видел, так заведено в мире вайшнавы. Вайшнавы всегда прославляют других вайшнавов. Даже во времена Шрилы Прабхупады Сарасвати Такура, если возникали расхождения во мнениях между двумя преданными, они расходились во мнениях, то Прабхупад призывал к себе и велел им. Одному преданному он говорил: «Ты прославляй его». А ты, говорил он другому преданному, прославляй его. В публичном собрании это происходило. В собрании преданных Прабхупад Сарасвати Такур призывал таких конфликтующих преданных и велел им подобное. А учение Махапрабху таково. Учение Махапрабху одаривает нас подлинным духовным духом жизни. Его учение таково. Если ты хочешь воспевать Харе Кришна Махамантру, ты должен прежде всего быть наделен этими следующими тремя качествами. Будь смиренным, будь терпеливым и оказывай почтение другим. Какая сложность в том, чтобы это делать? И тогда все будут счастливы, довольны тобой. Никто не станет беспокоить тебя и нарушать, тревожить твою практику. И если тебе будет нужна помощь, другие тебе помогут. Это очень простая проповедь. Когда Пракашананда Сарасвати сказал Шриману Махапрабху Чайтанья Деву: «Почему ты не читаешь Веданта Даршан? Ты саньяси, это твой долг». Махапрабху сказал Пракашананде Сарасвати: «Мой Гуру Дев сказал мне: ты не квалифицирован, ты не в силах читать, и ты не в силах слушать Веданта Даршан. И какая необходимость? В эту эпоху, в Кали-югу, говорится: воспевай Харе Кришну Махамантру без оскорбления. Если ты станешь ее воспевать, то ты обретешь великий, прекрасный результат благодаря этому. И я воспеваю эту мантру по указанию моего Гуру Махараджа, и я обретаю эти благие чувства, и я чувствую присутствие Кришны в себе. И я чувствую многое в связи с Кришной. И благодаря этому я танцую, и я пою, и я плачу, и я рычу. Многое происходит со мной. Поэтому я думаю, что я сошел с ума, несомненно. Я чувствую так, пошел к Гурудеву и спросил Гурудева: «Гурудев, что за мантру вы дали мне?» «Какую мантру вы дали мне?» Я не знаю, насколько велика сила, мощь этой мантры. Когда я призываю этот мантру, я становлюсь безумцем. И тогда гуру сказал мне: таков результат этого мантры. Всей деятельности, материалистической деятельности придет конец, будет положен конец, если ты станешь воспевать эту мантру, и ты исполнишься, переполнишься трансцендентного знания. И ты обретешь полноту экстаза от соприкосновения с именем Шри Кришны. Таким образом, гуру объяснил мне, что и что, и я делаю это. И я не хотел этого делать, но по указанию Гурудева я воспеваю Махамантру, и я обретаю такой результат. Учение Махапрабху крайне простое. Махапрабху был в действительности великим ученым, пандитом. И когда ему было 16 лет, в ту пору он победил в диспуте
великого ученого по имени Кешава Кашмири, Дигвиджая Пандита. Вы слышали об этом эпизоде? Вы читали о нем в Чайтанья Чаритамрите? Однако процесс, который предписал Махапрабху, был очень простым. Всегда смирение, терпение. Он победил этого Дигвиджая Пандита, но он сидел в обществе своих преданных, своих учеников, и Дигвиджая пришел. Никто не осмеливался бросать вызов Дигвиджая, спорить с ним, дискутировать. И никто не мог его победить. Ни один пандит в Навадвипе не осмеливался дебатировать с Дигвиджая. И Дигвиджая думал, никто не приходит ко мне. И он увидел, как на берегу Ганги восседает Нимай пандит в обществе сотен своих учеников. И когда он увидел, находясь на большом расстоянии, эту сцену, то Дигвиджая подумал, возможно, это Нимай пандит. Его имя я слышал, он великий ученый. Должно быть, это Нимай пандит, и он захотел встретиться с Нимай пандитом. И Нимай пандит встретил его, предоставил ему высокий асан и восхвалил его, заявив, «Ты Варпутра Сарасвати, богиня Сарасвати. Ты здесь, я очень удачлив. И поскольку ты здесь, пожалуйста, восхвали мать Гангу. Мы хотим услышать хвалы в ее честь». И Дигвиджай был очень доволен поведением Нимай пандита и составил пранамы, мгновенно составил сотню шлок, в которых прославил мать Гангу. Все ученики Нимай пандита были поражены, услышав это произведение, и со сложными ладонями Нимай пандит обратился к нему и сказал, «Ты столь квалифицирован, пожалуйста, объясни одну шлоку из этого сочинения, и мы все услышим эти объяснения, и все ученики будут счастливы». Дигвиджай подумал, «Я с быстротой молнии процитировал все эти шлоки. Какую шлоку мне объяснить?» – спросил он. Чтобы испытать Нимай пандита, он задал этот вопрос. «Ты способен вспомнить какую-либо шлоку?» Эти шлоки были написаны Дигвиджая пандитом, их не было в священных писаниях. И тогда Нимай пандит процитировал эту шлоку. И Дигвиджай поразился, этот юноша, каким образом он запомнил мановение ока, эту шлоку. Я составил ее и произнес со скоростью молнии. Как же он запомнил ее? И он спросил Нимай пандита, как ты мог запомнить эту шлоку? Нимай пандит ответил, «Ты Варпутра Сарасвати. Сарасвати одарила тебя благословением, благодаря этому благословению ты стал великим ученым, и человек милостью Сарасвати способен запомнить эту шлоку». Так или иначе, и тогда Дигвиджай пандит объяснил значение этой шлоки, и, услышав эти объяснения, Махапрабху сказал, «Это прекрасное, замечательное объяснение, но присутствуют ли в этой шлоке какие-то изъяны или ошибки, и насколько эта шлока орнаментальна с точки зрения поэтической?» И Дигвиджай заявил, «В этой шлоке нет никаких изъянов», — подумал он. «А этот юноша, говорит, допускает возможность присутствия каких-то ошибок, и он спрашивает, какие аланкары и другие поэтические декорации, украшения присутствуют в ней?» И Дигвиджай горделиво ответил, «В этой шлоке нет ни малейших изъянов, почему ты упоминаешь их?»
Тогда Махапрабху сказал: «Бхавабхути, Ведавьяс, все великие-великие ученые, их шлоки также иногда содержат ошибки. Это неудивительно. Если здесь в твоей шлоке присутствует ошибка, сообщи нам об этом и расскажи нам о достоинствах твоей шлоки также». И тогда Дигвиджай был крайне смущен, но он сказал: «В шлоке нет никаких ошибок. Ты способен показать изъяны?» И Махапрабху ответил: «Если тебя это не разгневает, я готов это сделать». Дигвиджай очень удивился и сказал: «А что же, какая ошибка присутствует?» «Не только ошибка», — отвечал Махапрабху. «В шлоке есть многочисленные достоинства также». И Махапрабху указал на 5 видов ошибок в шлоке. И он также указал на многочисленные достоинства в шлоке. Дигвиджай хотел дебатировать с Махапрабху и... Он подумал, и не только подумал, и он сказал Махапрабху: «Каким образом ты поймешь, насколько эта шлока богато украшена?» Махапрабху отвечал: «Я не читал этого, но я слышал об анализе поэтических аланкар, украшений. Поэтому я что-то понимаю в этом предмете». И Махапрабху стал объяснять Дигвиджаю крайне сладостно и не причиняя боли своему оппоненту, он сумел указать ему его место. И этот эпизод я рассказываю с тем, чтобы подчеркнуть, насколько смирение способно быть ценным для нас. Ученики Махапрабху после этого эпизода с легкими улыбками на лицах пытались критиковать Дигвиджай, но Махапрабху сурово упрекнул их в этом и запретил им так поступать. И со сложными ладонями он сказал Дигвиджай Пандиту: «Возможно, сегодня твой ум немного расстроен, и завтра мы вновь встретимся и обсудим все эти предметы. Пожалуйста, прости моим студентам их неподобающее, возможно, поведение. Я думаю, ты себя плохо чувствуешь сегодня, поэтому не в состоянии продолжать общение со мной. Завтра мы снова поговорим». Таким образом, Махапрабху победил Дигвиджая. И ночью Дигвиджай, той ночью, наступившей ночью, Дигвиджай взмолился матери Сарасвати, и Сарасвати сказала: «Поскольку я почитаю моего супруга Нараяну, а он Нараяна, поэтому я не могла покорить его, он покорил тебя, но не думай, что тебя победил смертный. Этот сам Господь, поэтому тебе нечего стыдиться. Если ты хочешь достичь цели твоей жизни, ты должен отправиться к Нимаю Пандиту и принять его лотосные стопы своим убежищем, и ты обретешь высочайшее благо». И тогда рано утром, в 4 часа утра, Пандит отправился в дом Нимай Пандита, один Дигвиджай. И Нимай Пандит открыл дверь и увидел Дигвиджая и сказал: «О, Дигвиджай, ты здесь! Пожалуйста, проходи. О, Прабху, не обманывай меня. Я понял, благодаря моей богине Сарасвати, что ты Нараян. Не обманывай меня. Она велела мне принять твои лотосные стопы прибежищем. Я принимаю их своим прибежищем». И Махапрабху одарил его своей милостью и дал ему следующий совет: «Мон диа пужо, дехо чария чолиле,
ধন বা পৌরুষ কিছু সঙ্গে নাই চলে এতে মহান্ত সব সর্বোপরি হরি করেন ঈশ্বর সেবা দৃঢ় চিত্ত করি এতে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল শ্রীকৃষ্ণ চরণ গিয়া ভজ সকাল সেই সে বিদ্যার ফল জানিও নিশ্চয় কৃষ্ণপাদ পদ্মে যাতে চিত্তবৃত্ত রয় মহা উপদেশ এই কহিল তোমারে সবে কৃষ্ণ ভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে মহাপ্রভু গিভেন অ্যাডভাইস টু দিগ্বিজয়ী Махапрабху дал совет Дигвиджаю. Ты обрел благой плод, ты пришел ко мне милостью богини Сарасвати. И вот мой совет тебе. То, что ты делаешь, не есть результат нашей человеческой жизни. Мы не знаем, сколь долго мы будем оставаться в этом бренном мире. Текущий момент в моих руках, но что несет будущее, нам неизвестно. Что меня ждет, я не знаю. Позабудь прошлое и стремись вперед, иди в светлое будущее. И каково это будущее? Все, что есть у тебя, предайся Кришне со всем этим и воспевай славу Кришны. Призывая имя Кришны, и это истинный результат образования, плод образования. И мы должны поклоняться Кришне, мы слышим о Кришне, мы говорим о Кришне, мы поем о Кришне, мы служим Кришне. Это результат образования, то есть подлинного знания. Поэтому ты обрел эту возможность. В этом бренном мире ничто не истинно. Все есть иллюзия. Но истина такова – Кришна-бхакти, преданность Кришне. Где мы живем в настоящее время? Мы живем в измерении эксплуатации. Мы не способны жить, не эксплуатируя. Если мы хотим что-то наполнить, то мы где-то должны выкопать яму. Мы должны выкопать яму в одном месте и наполнить этой землей углубление в другом месте. Таким образом, не обманывая, не эксплуатируя других, мы не в силах жить в этом бренном мире, это измерение эксплуатации. Но цель нашей жизни такова. Мы обрели эту человеческую жизнь, и только в этой человеческой жизни, в этой человеческой форме жизни мы можем достичь цели жизни. Если мы станем воспевать святое имя Господа Кришны и служить Кришне, Святое имя означает – это трансцендентная вибрация, форма Господа Кришны. Оно трансцендентное, обладает подобной природой. Оно способно явить себя в любом месте и в сердце каждого. И когда без оскорблений мы будем пытаться воспевать Святое имя Кришны, когда мы будем пытаться служить Кришне, тогда мы обязательно обретем высочайшее благо в нашей жизни, и все хорошие качества Кришны всегда будут обращать свои взоры буквально на нашу жизнь. То, чего мы хотим в этом бренном мире, все это мы обретем, если мы попытаемся служить Шри Кришне. В чем мы нуждаемся? Мы хотим очарования, красоты, мы хотим гармонии, любви. Все это в своей высочайшей форме существует в этой Верховной Личности Бога, в Кришне.
Мы нигде не увидим таких качеств и такой квалификации, как в Кришне. Только в нем. Сам Кришна дал себя, подарил себя в форме Шри Чайтани Махапрабху. И также в Шримад Бхагавадгите вы увидите, сам Кришна говорит: «Я Господь». Вы нигде не услышите подобных заявлений. Существуют многочисленные шлоки Шримад Бхагаватам, многочисленные шлоки Шримад Бхагавадгите, в которых сам Кришна рассказывает о своем тождестве. Он говорит: «Я Господь». И все вы увидите в Кришне в самой прекрасной форме. И все это источник милости для обусловленных душ и для освобожденных душ также. Природа Кришна-локи, обители Кришны, такова. И другие шлоки также говорят об этом. Чинтамани прагара сатмасукалпа брикса лаксабридеша сурахи рамипалаянтам лакшми сахасра сата самбрама себбаманам говинда мади пурушантамахам баджами. Вы знаете эту шлоку? Все эти шлоки, я думаю. Я учусь у вас на самом деле. Так или иначе, это обитель Шри Кришны. Мы не в силах постичь, насколько она прекрасна, насколько велика там степень экстаза, степень любви. В этой обители все и вся играет со сладостным абсолютом, в этой обители Шри Вриндавана Дхама. Саятра, когда я услышал это, я был поражен. Время застыло, ожидая возможности служить Кришне. Обитель Шри Кришны, насколько прекрасна, она прославлена в Шри Брахма Самхите. И повсюду вы увидите прославление Кришны. Он радикально отличается от любого иного бога или полубога. Даже воплощение Кришны в качестве Шри Рама Чандра — это форма Кришны, тождественная ему. Различия между ними состоят лишь в характере их взаимоотношений с их преданными. И в Кришне существует четыре исключительных качества. Рупа Госвами Прабху в Бхакти Расамрита Синду дает это описание. Это четыре высочайших благих качества, исключительные качества, которые присущи природе Кришны. И сам Кришна хочет обнять себя, видя свое отражение в зеркале. Он обладает подобной красотой, он обладает подобной любовью, очарованием. Они присутствуют в форме Кришны. Каждому известно, что Кришна таков. Кришна, само это слово, акаршан, влечение. Заключено в этих двух слогах. Кришна, преданные Кришне, испытывают величайшее влечение. Есть одно стихотворение, написанное Чандидасом. Это
Когда мы слышим Кришна нам из совершенного источника, то какие чувства возникают в чистом, самом чистом сердце преданного? Об этом идет речь в этом стихотворении. Когда это имя проникает сквозь уши в существо и достигает сердца, и оно являет свою собственную славу и красоту, сияние, и все свои качества, и какая степень сладости и экстаза заключены в этих двух слогах. Кришна. Мы не в силах постичь, помыслить, такова природа Шри Кришны. И когда сам Кришна хочет дать себя, он способен дать себя кому угодно. Шримад Бхагавата, в ней присутствует шлока Нава Йогендра Самвади в этом разделе. Что есть сознание Кришны? Бхагаван, Господь Кришна, когда Он Сам говорит, мне нравится есть расагулы, или самосы, или расагулы, они мне нравятся. Если Он Сам говорит это, и мы даем Кришне эти расагулы, то Кришна не может не быть счастлив. И Кришна говорит, это и есть процесс моего удовлетворения. Бхагаван Кришна, когда Он говорит, это нечто меня в высшей степени удовлетворяет, и ты следуй этому процессу. Таков процесс воспевания святого имени Кришны. Он Сам дал этот процесс, поэтому какие могут быть вопросы в связи с ним? Вы видите во всех религиях, повсюду, свет этого представления, этой концепции также существует. В исламе последователи ислама также призывают святое имя их владыки Аллах. Аллах. Они говорят Аллах, и они призывают имя Господа таким образом. Христиане также призывают имя своего владыки. Буддисты призывают имя их Господа. Таким образом, они чувствуют это. Мощь, энергия присутствует в этой волне. И имя Кришны – это верховная трансцендентная форма вибрации Кришны. И когда без оскорблений мы станем призывать это имя, мы обретем все, в чем мы нуждаемся. Все присутствует в концепции Кришны, и милостью Кришны мы обретем это все. Сам Кришна сказал, так ты обретешь мою милость. Поэтому необходимо воспевать святое имя без оскорблений. И другое условие, необходимо воспевать его в обществе преданного Кришны. Воспевание в обществе преданных принесет нам благой результат в 10, в 100 раз больше, поскольку преданные всегда служат Кришне 24 часа в сутки, они служат Кришне, такова их природа. Описание Навада Бхакти дано в Шримад Бхагаватам. Махапрабху сказал, лучший из всех процессов преданности,
Существует два высочайших процесса – слушание о славе Святого Имени и воспевание Святого Имени. Но всем этим процессам необходимо следовать в обществе саду, и тогда иллюзорная окружающая среда не будет способна напасть на тебя. Но прежде всего ты должен воспевать без оскорблений, и эту возможность ты обретешь благодаря обществу саду. Саду означает не только тот, кто носит шафрановую одежду. Саду может быть грихасхой, брамачари, ванапрасхой. Каждый, кто обладает благими качествами, если он преданный Кришне, является саду. Таков совет Шримана Махапрабху и таков совет всех священных писаний. В конечном счете Шримад Бхагавата говорит: Нама-санкиртан, когда мы совершаем огненное жертвоприношение, мы множество раз совершали эти жертвоприношения, наблюдали их, и по завершении жертвоприношения мы произносим следующую мантру. То, что я сделал, возможно, я допустил ошибку, совершая это огненное жертвоприношение, поскольку я не квалифицирован, и в эту эпоху, в Кали-югу, совершать огненное жертвоприношение безупречным образом невозможно. Поэтому какие бы изъяны я не допустил в процессе, благодаря нам, Санкиртану, цель жертвоприношения будет достигнута. Поэтому мы говорим о завершении жертвоприношения. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And all the our fire. И тогда, благодаря этому, огненное жертвоприношение увенчивается полнотой успеха. Таков процесс, такова процедура в эпоху Кали-югу, Харинам Санкиртан. Каждую югу присутствует определенное качество, квалификация и определенная маха-мантра. В сати-югу мантра была такой. Трета-югу такой. В двапара-югу маха-мантра была такой. Гопал Говинда Мукунда Саури, Джагьеса Нараяна Кришна Вишну Нирасраян Манда Вадиша Рукха. А в Кали-югу Махамантра такова. И это лучшее из Махамантра, лучшее из всех мантр. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Этот Махамантра, если мы станем призывать его в духе молитвы, он немедленно войдет в наши сердца и всячески поддержит нашу духовную жизнь, и мы обретем все, в чем нуждаемся, ради нашего высочайшего блага. Все это мы обретем благодаря этой махамантре. И эта махамантра достигла нас милостью Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады, достигла обитателей западного мира. Насколько он милостив и насколько он могущественен, об этом нет нужды рассказывать. Теперь наши дни – это мой опыт. Его милостью весь мир воспевает Харе Кришна Махамантру. Куда бы я ни приехал, я слышу, как люди, обычные люди, спрашивают: «Вы Харе Кришна? Вы последователи движения Харе Кришна?» Я поражаюсь. Бхактивинода Тхакур говорил: «Через 50 лет западные люди станут приезжать в Индию, и они будут петь в обществе индийских преданных Харе Кришна Махамантру и прославлять Махапрабху».
И, однако, я вижу это, как это происходит при моей жизни, и это непостижимо. Я настолько удачлив, что я вижу это, и я чувствую, что нас ждет еще большая удача. Я обрел малую толику этого движения сознания Кришны, милостью Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Мой гуру Махарадж очень любил Свами Махараджа и выражал всю полноту почтения Шриле Бхактивиданте Свами Прабхупаду. И когда возникали трудности, гуру Махарадж оказывал поддержку Шриле Прабхупаде. Я сохранил несколько писем, которые Прабхупад написал мне, и, к сожалению, в свое время я не заботился о том, чтобы сохранить эти письма. Но, к счастью для меня, члены движения ИСКОН сохранили эти письма, члены того общества, которое создал сам Прабхупад. Однажды один преданный недавно сообщил мне о том, что ИСКОН опубликовал ту нашу переписку. И увидев эту публикацию, я был очень счастлив и испытал прилив энтузиазма в связи с этими письмами Прабхупады. Я сохранил несколько писем, но не они являются главным свидетельством природы моих взаимоотношений с Прабхупадой. В настоящее время я в духовном измерении связан с Прабхупадой. Его милость по-прежнему подталкивает меня вперед и побуждает меня идти путем духовной жизни, к цели моей жизни. Я не хотел занять это положение, поскольку я знаю, каково положение гуру, и я знаю, каково положение ачарьи. И 30 лет я избегал этого кресла ачарьи. Но гуру Махарадж всегда хотел дать мне это кресло, и всем известно, он говорил об этом не раз. Так или иначе, когда я пребывал в форме грихасхи, тогда меня все называли Говинда Махараджем. И чудо состоит в том, что в письмах Шрила Прабхупада он тоже писал мне: «Мой дорогой Говинда Махарадж». Хотя в ту пору я был грихасхой. Все хотели видеть меня Махараджем, они не хотели видеть меня в ином качестве. Это моя благая удача, и также это милость моих гуру. Гуру всегда подталкивает ученика: иди вперед, иди вперед. На поле битвы многие могут погибнуть, но тебе нужна победа. Теперь ты высадился на земле сознания Кришны, ты сжег свой корабль, тебе нужна победа и ничто меньше. Ты не будешь удовлетворен чем-либо иным, поэтому иди вперед. Подобная энергия, подобный энтузиазм приходят милостью гуру Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами. Как он прославил гуру! И перевел это бенгальской фразой. Шикша гуру тождественен Кришне. Это форма Кришны, не отличная от самого Кришны. Антарьями Рупе Кришна и Бхакта Шрештха Рупе. В форме Антарьями, как Кришна, гуру приходит, предстает перед нами, и в форме преданного он приходит к нам. И то, и другое — суть проявления Кришны. Гуру
И здесь говорится, Шикшагуру, Дикшагуру тождественны. Если вы почитаете перевод Прабхупады, вы поймете это крайне ясным и отчетливым образом. Поэтому мы говорим, Ом Вишнупад Шрила Шридхардев Госвами Махарадж. Если мы говорим, кто выше, Прабхупад или Гуру Махарадж, то для меня это неуместный вопрос. Они оба мои гуру, и я учусь у них обоих. Я должен прославлять одинаковым образом их лотосные стопы. Вы столь удачливы. И я еще более удачлив, чем вы. Потому что я обрел ваше общество здесь, в этом западном мире, милостью Шрилы Прабхупады и милостью моего гуру Махараджа. Так или иначе, сегодня я вижу наше сегодняшнее собрание с чувством великой радости, я наблюдаю его, я столь обязан Шрипаду Пуште, Кришне Прабху, его благой жене и другим, я обязан вам всем. Вы все подарили возможность мне прославить Гуру Гаурангу в этом собрании. И здесь присутствуют многочисленные, достойные, квалифицированные, преданные, особенно Шрипад Сваруп Дамодар Махарадж. Он мой доброжелатель, вечный доброжелатель, я могу сказать. Он помогает мне всячески. Он одаривает меня своей милостью. И также здесь присутствует Шрипад Трипурари Махарадж, Шрипад Бхактикана Гири Махарадж, Шрипад Бхактиананда Сагар Махарадж. Я на самом деле деревенский мальчик, но милостью Гуру Махараджа я нахожусь перед вами, словно в зале, где сдают экзамен. Я в роли экзаменуемого перед вами. Так или иначе, Шрипад Бхактипаван Джанардан Махарадж, он оказывает мне великую помощь в Соквале. Его милостью наше духовное движение там развивается прекрасным образом. И многие преданные здесь, я не могу назвать их имена, но все преданные присутствуют здесь, и их дети, прекрасные дети. Все они всячески поддерживают меня, и я в высшей степени им обязан. У меня нет способностей, нет квалификации, нет ничего. Но милостью имени Гуру они одаривают меня такой нежностью, любовью и дарят мне свою милость. Это немыслимо и непостижимо. Но все богатство предназначено Нараяне, женская любовь адресована Кришне, а вся слава принадлежит Гуру. Об этом мы узнаем из священных писаний. Поэтому сегодня то, что я обрел, все это я предлагаю Шриле Бхактивиданте с вами Прабхупаду, моему гуру Махараджу и всем вайшнавам. Oh,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare
как всегда, Дев Гусай Махарад ки. Jai Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki. Jai Om Vishwas Sila Bhakti Siddhanta Sanskrit Swami Thakur ki. Jai Anand Kari Vaishnavinda ki. Abhad Siman Mahaprabhu ki. Rupanuga Gurvarga ki. Harinam Sankirtan ki. Jai Prabhupada Sanjani Alghar Sinam ki. Jai Prabhupada Pushta Krishna Prabhu ki. Jai Samanagata Vaishnava Mandali ki. Jai Haridas Thakur ki. Jai Prabhupada Sanjani Alghar Sinam ki.